Всем привет! Мы отправляемся в новый рейс. Едем на автобусе Икарус, модель 250-59 люкс. Это венгерский 12-метровый Поехали. Высокопольный междугородный автобус, производившийся с 1969 по 1996 год. Первый образец автобуса был изготовлен в 1967 году, а за годы производства было выпущено около 130 тысяч экземпляров различных модификаций. Это тот самый красавец, который вызывает приступ ностальгии и массу воспоминаний из далекого детства. Сегодня мы везем пассажиров из города Котлас в город Архангельск, Россия. Водителя зовут Сергей. Не забудьте пристегнуть ремни. Приятного просмотра. Поверните налево. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Thank you.
Двигайтесь прямо. Поверните направо.
Двигайтесь прямо. Двигайтесь прямо. Двигайтесь прямо.
Держитесь правее, затем поверните направо. Поверните направо. Двигайтесь прямо. Двигайтесь прямо. Успешно прибыли. Если тебе понравилось это видео, поставь, пожалуйста, свой царский лайк.